Бля, какое ДЗ, каникулы. Спириту мамы эмими монко. Спириту мамы эмими монко. Поясните за приколы Brawl Stars серские, я не понимаю. Спириту мамы эмими монко. Тиктоки, блядь, какие-то турные, блядь. Обзор на жопу, блядь, сейчас произошел какой-то, блядь. Я даже смотреть не буду, вдруг он там письку показывает. Че тут мне написали? Я, кстати, тоже, блядь, ставлю запятые, когда мне хочется. Типа, я вот такой, бля, ну тут, наверное, я бы запятую поставил. Не суй в жопу петарду. Так, мне кажется, не нужно заходить на эти... О, тихо. Я заметил, сколько молодых людей хамов. Это просто ужас. Интересно, у них мама есть? Мимас, который понятен, блядь, без нахуй подписи. У них мама есть, интересно. Так, это хуйня какая-то, по-моему, видел. Вот это мое невезучее место. Когда здесь 140 пролетаешь... Все, разъебался. Хуй его знает. Это чё? Нормально съебалось. О! Девочки. Блять! Кто мне черепаху подсунул? Мне так эта песенка нравится, блять. Ну из-за того, что я ТикТок брал. Иду по району, джинсы весят низко. Будет со мной твоя сука, она будет верхом. Ебать мой лысый хуй. Ага, жиза. Блять, это фильм непосредственно Каха, походу, какой-то, или я хуй пойми. Непосредственно Какаха, блять. Скачать фото, где девушка лежит огромная, жирная, под самолетом вентилятором и под юбку и задувает от жары, не может уже. Это мы слышали, это баян, только теперь видеоряд сделали. Я курю героин, я, чтобы забыть, что я один, совсем один, я люблю этот дым. Пацаны, он курит героин, это первое, а второе, это ж кальян, в чем прикол? Серый ты, болен, но я не простыл, сегодня я с тобой, завтра тебя забыл. Что за хуйня, блядь, это что за трек такой? Когда хочешь повыебываться, блядь, что ты наркоман, но нихуя не понял. Бля, вот, ну, на самом деле, заебали эти наркоманы. Травы там обколются своей, блядь, и потом говорят, нахуй, я курю нюк кокаин. Ну что это за пиздец? Что это за пропаганда, блядь? Я бы такое все закрыл, нахуй. Вот это ваше ВКонтакте, блядь. С понедельника программы ВКонтакте не будет, блядь. Понятно вам? Роскомнадзор все заблокировал. И твиттера вашего нахуй, он вам не нужен больше. Бля, я бы так орнул, если бы Ивилон не успел пасту написать в твиттере, а забанили. А, ну он же, бля, в Украине, ну похуй. Ладно, не будем пояснять. Ассаламу алейкум, наши маленькие телезрители. Ассаламу алейкум. Почему это так смешно, блядь? Я не знаю, почему это смешно. Слушайте, у нас тоже кринжатина какая-то, блядь, есть. Что-то у нас тоже показывалось, я не помню. Но это же, наверное, по... А, я, блядь, помню, приехал к бабушке, включил СТС.
А там какой-то кент начинает вместо мультиков, блядь, про Джеки Чана рассказывать мне про, про христианство. Сидит с крестом таким. Сидит что-то в тебе. Я говорю, это что такое? Где мультики, блядь? Вот так. Просто там Спас ТВ... Нет, тогда это не Спас ТВ был, чуваки. М6 Супер и не тот аниматил представляют. Привет, я Николя. Какой-то пиздец происходит на данном видеоряде, я вам так скажу. О, Биг Флопа. Не понял, блядь. А, это мы видели. Блять, это не смешно. Ну... Это не смешно, чуваки. Чё ты, сука, бля, базаришь нахуй, а? Сука, тебе ебало на... Разбил, бля, американскую хуйню. Осуждаю, блядь. Блядь, такой пиздец, блядь. Как, почему такие мемасы, они такие смешные с Путиным? Я не понимаю. Это, наверное, после того, как Байден сказал, что это самое. Ну, вы поняли, что он сказал, и он такой. В зуме встретимся. Блядь, опять заебало одно и то же, все кидают мне. А вам слабо разбить два яйца себе об лоб? Смотрите. У меня такой баян, пиздец. Это тоже баян, кстати. Я так смешно, пиздец. Блять. Чё-то мальца пернул аж. О, надо звать на помощь! Надо звать на помощь Спайдермена! Спайдермен! Ребят, этот видос, наверное, еще мне одноклассник в школе, блядь, по экпорту через этот, на Сименса передавал. Да, такой баян древнегреческий. Это какие-то гусли, блядь, уже. Меня тоже видели. Ой, бля, я не могу. Ну все так в школе пиздились, ну правда. У училки всегда, блядь, один кулер полный стоит, и рядом две бутылки, блядь. Это прям классика. Ну тут что-то добивная какая-то была. Что-то перебор. Too much. Я не понял прикол. Эй, народ, когда этот коронавирус уже закончится, мы все будем вспоминать о нем с улыбкой. С улыбкой, блядь, вот всех ребят. Блять, но я не знаю, почему, блять, шутки привет. Про тачки, про мамку начали. Посмотри, мудик по CSGO. Ссылка удалена. Он лучше члачкоорг 4.5. На него потратили 1.5000 доллар в чат плюс. У братишкин, го после просмотров вебн, ты скачаешь FL Studio 20. Я вообще нихуя не понимаю в FL-ке. Я уверен, что это будет максимальная духота, которая возможна. Хотя, блядь, если бы мне чат учил, я бы какой-нибудь бит напердел бы.
Я продаю на лоузе такаки, это осуждаю, нельзя такое делать. Что лучше сделать, копить на хату или купить тачку, таксовать параллельно и получать под 100-120 и копить? Бля, прикиньте, ребят, жизнь нужно прожить так, чтобы мечтать стать таксистом, который якобы 120 тысяч получает. Вы представляете, успех в чем? Братик, ну смотри, для того, чтобы стать таксистом, тебе не кое-какой, блядь, Volkswagen Polo понадобится. И не какой-то Kia Rio, и не какой-то там Hyundai Solaris. А именно новый, потому что машину старше 4 лет не позволяют регистрировать в Яндексе и в Делимобиле. Понимаешь, о чем я? А значит, что тебе нужно минимум 900 тысяч, а то и миллион на всратую машину. Имеются ли у тебя такие деньги? Сомневаюсь. Поэтому нужно копить на хату, блядь. Вот что я хотел сказать. Бомбить может. Чел, я не знаю, кого он там может бомбить, блядь, кроме своей ладошки, блядь, но... Я автоматически нахуй посылаю людей, которые возле аэропорта предлагают их, ну, меня подвезти. Во-первых, ты чё за хуй? Во-вторых, у меня всегда установлено приложение, блядь, через которое я в такси катаюсь. Схуяли, блядь, меня какой-то кент. Я даже маме, блядь, не сообщу, где я еду, блядь, начнем с этого. Понимаете, о чем я? Вот и все. Поэтому это небезопасно. И вообще, вам что, мама не объясняла, что садиться к незнакомым людям в машину, это не... Это не... Нельзя так делать. Тем более за конфетки. Чпок. Ой, бля. И готов. Пизда надорвалась. Ола. Ой, бля. Сейчас, блядь, оно туда утонет, походу. Посмотрим, там рыба сейчас, ну... А, нет, раз видос есть, значит достали. Бля, вообще не ожидал манки увидеть. Так, это я не буду смотреть приколы, блядь. С выстрелами какими-то. Да это ж фейк, ебать, какой-то. Я хуй знаю, как оно так улетело-то, блядь. Да, это фейк, ребят. Там такая скорость, блядь. Ебала, ты не понял. Я живу в Казахстане, у нас в индрайвере и приоры, и четырки пускают. Я имел в виду не чисто такси 120к, дурак, чешо, ты вообще не так все понял. Так, Арчик, братик, казахстанец мой, казах вернее, правильнее сказать. Казах ты мой родной, ты ж, блядь, нормально на русском языке общаешься, так нормально пиши, чтоб тебя люди понимали. Ты написал, я хочу быть таксистом, я так и понял, как ты написал. Копи на хату, тем более, если ты казах. Блять, сколько в Казахстане хаты стоят? Бля, там так красиво, если чё. Я б туда слетал. Что ноль, блять? Ноль это стоит, знаете где, блять? В Магадане, блять. Там хаты по 0 рублей отдают. Потому что их невыгодно держать. А, или в Оркуте, блядь, точно. Что-то перепутал, короче. Так, пошел нахуй. Почему он не забанен, блядь, этот уебан? Вообще, давай, иди отдыхай, блядь. Hi, welcome to the maid cafe, where we're cuter than kittens. I'm the diversity hire, Bryson. Are you here for the gamer discount? Okay, I can explain. Не понял. Ну, спалился и чё? Красивый мальчик же, ёбаный. Ты чё, батя спалил? И что? Так, ну-ка. Блять. О. А чё? Я из футболки выпал вообще, блять. А он что-то не сказал народ, слышите, это он вообще?
Пиздец. Не, мерч неплохой. Почему это так смешно, блядь? Мне этот мем не нравится, кстати. Он какой-то скучный, слишком душный. Ты чё, от поноса, блядь, чё-то пьёшь? О, да, я крепкий чай себе заварил, чтобы не обосраться. Я дома, этот человек стоит неподвижно. Он не шевелится. Паривает. Бля, ебать, ха-ха, ржака, блядь. Та-та! Вы кто? Здрасте, у вас такая вкусная трава. Можно, да, сзади в огороде тоже нет, покушать? Нет, нельзя, убирайтесь отсюда. Пожалуйста, можно, пожалуйста. Че за хуйня, блядь? Киви, where's your toy? Я первый раз это вижу, блядь. Бля, у кавказцев такая озвучка смешная всегда, вообще, бля. Прям вообще. Да чё нет-то, блядь, охуенно, я всегда с них ржу, типа, блядь. Киви, what is it? Уба. Бля, чё происходит? Типа, собака пугается, и что, блядь? Собаку кошмарят. Блядь! Бля, ну, сейчас доест нормально, это ж мопс. Интересно, а Танин мопс жрёт говно? Дед не доест, чуваки. Ты кто? Я долбоёб. А наш князь тем временем спешил в Шамаханское. Это, блядь, Максим Павлов, нахуй. Царство. Сердце едет. Слышишь, постримил, блядь, в Москве, полетел назад, блядь. Слышишь? Когда заебался делать рекламу Ростелекома. Она тем временем спешил в Шамаханское царство. Сердце его пело, а душа... Ой, блин, я не могу, ржака, блядь. Амогус. Ой, блядь, такие несмешные приколы с Амонгом. Мечу по мемеке по. Я мечу по мемеке по. Мэкэ-па-а. О, слышишь? The sound. Это чё прикол вообще? Бля. Ага лайк, ага блэк. Диги, скажи, что её. What the fuck, бич, я молодой. Блять, ебать прикольно, нахуй, слышишь? Долбоёб, который своего одноклассника записал, бля. Ебать веселый ржака, бля, побольше такой хуйни со школы записывай. Я тебя, бля, похлопаю, нахуй. Кривляние, блядь. Знаете, есть отдельная категория долбоёбских видосов. Это видосы с одноклассниками. Их лучше в интернет не заливать, я вам так скажу. Хочу посоветовать. Лафипёп/релакс. Блять, да почему почему включить Собчат вылетает чаще, чем его выключить, блять? Почему нахуй? Анальный троглодит, нахуя ты это сделал? Не, мы сегодня не залетать не будем, Мариат, спасибо за донат. Советовать вам очень расслабляющий плейлист Лофи Хип Хоп Релакс. Black Star Mafia. Снэпбэк, тату и борода. Тони Тапора встречает города. Нас очень любят дамы. Эй, батя, ру. Куда она?
Ебаться! Грейдер, блядь! Ой, блядь! Бля, вы можете не болтать? Помолчите. Откуда это? Чё за аниме? Так и скидывай. Жёстко качает тебя этот бит. Бля, ну ценитель, блядь, треков Мазилова. Дэвид Битс. Блядь, Дэвид Битс сидит такой, шутки хуярит, блядь. Смотрите, слили, блядь, через медиагет. Кто там сидит? Всю историю на свет родилось около 110 миллиардов человек. И ни один из них не избежал смерти. Путин. На Земле сейчас 6 миллиардов 800 миллионов человек. Каждый год умирает около 60 миллионов. 60 миллионов, то есть примерно 160 тысяч в день. В детстве я прочитал фразу: мы живем в одиночку и умираем. В одиночку, все остальное иллюзия. Я не спал тогда всю ночь. Мы все умираем в одиночку. Блять, что за чушь, нахуй, чел, блять. Мы все умираем в одиночку. Блять, а как ты хотел, нахуй? Вместе, блять, за ручку или чё, блять? Эй, пошли, я сдохну, посмотрите. Вместе со мной, блять, ложимся. У него такой, знаешь, будильник. Так, я должен помереть через 30 минут. Давайте, закругляемся. По кроватям, блять, деревянным. Давайте, ложимся, блять. Через 30 минут у нас отбой, нахуй. Бля, вот... Как любят вот эти философы всякую хуйню, блядь, заливать непонятную. Ну-ка. Мы все умираем в одиночку. Так зачем же тратить жизнь на работу, усилия, борьбу? Будем быдлом ебаным, блядь. Ради иллюзий? Нет, блядь, ради того, чтобы кушать, балдоеб. Ведь ни друзья, ни девушки, ни спряжение глаголов, ни извлечение квадратного корня гипотенузы не поможет мне избежать моей участи. Блять, желаю автору первый класс закончить, пиздец. Что за хуйня? Арчик, мы все поняли, что ты таксист. Заебал ты. Ну накоплю я на хату, а дальше что? Просто деньги нужно тратить в то, что приносит деньги, а я уже так заебался. Чел, ты только что посмотрел ТикТок, где чел говорит, ни деньги, что, деньги не нужны? Ни девушка, ни вот эта гипотенуза, блять, ни пифагоровые штаны во все стороны равны тебе не понадобятся, блять, понимаешь? Ты не избежишь смерти. Какой смысл в этом? Смысл в том, чтобы не сдохнуть от голода, блядь. Очевидно же, блядь, нет? Типа, если ты не будешь учиться, ты будешь работать на хуёвой работе, блядь. Хотя это банально, и это, блядь, неправда. Всё половина. Но... Если ты не будешь работать, ты умрёшь гораздо раньше, чем ты должен умереть, чуваки. Типа, нет? Ты попадёшь в хуёвое социальное, блядь, круг, общение... И, возможно, от цирроза откинешься. Ну, типа, блядь. Знаю, как лучше потратить свое время. А где мем-прикол? Не понял. Это вот, блядь, прикол. Так, ну-ка, что тут у нас? Бля, еще какой-то, бля. Это одноклассник, сука. А что это? Да одноклассников опять, походу, бля, нихуя у вас на физре, ребят, а мы там, блядь, через это, через козла прыгали. О, бля. А чё тут происходит, блядь, вообще, нахуй? Почему, блядь, они списывают? Какой-то пушкой, блядь. Короче, понял? А? Такие же чисто чекинты, только в американской школе, блядь, так порохлили бы. Всем бы пиздец был бы. Да-да-да. А у нас такие, бля, ну а чё, пусть побегает. Ребеночек с калашом просто бегает, блядь, направляет. Так это, скорее всего, я такой этот разбирал, собирал, блядь, был урок какой-то. Да, ОБЖ. На ОБЖ и башли. На ОБЖ, короче, калаш разбирать, блядь, собирать, заряжать. Нахуй это мне надо было, блядь, непонятно. Да, потом берешь его, блядь, по школе бегаешь с ним. Не, типа, я разобрал, я начинаю дергать затвор, отпускаю его, и он мне палец щемит. И я такой... Ой, блядь. Ту-ду-ду-ду-дун. Или это как пенал, когда достаешь из приклада, блядь, палец туда засовываешь, у тебя застревает. Нет, пенал, в моем случае, с моими зрителями, пенал из рюкзака, тогда жиза, блядь. До калаша они пока не доросли, блядь.
пока что. Это там, блядь. В далеком будущем. В 9 классе. Пиво. О. Бля, вот это охуенно. Я бы хотел такие, блядь, приколы иметь. Так, хорошо, а в чем прикол? Че это за животное, блядь? Капибара садится. Калибр, капибара, да, калибра показалось. Рофл в том, что я, но я рил заебался. Есть еще прикол в том, что у меня шенген есть, и я, можно сказать, на 90% уже гражданин Германии. А что там делать, я вообще не ебу. Как что? Пить пиво. Ездить на... самой уебанской машине, типа, которая там есть в Германии, это Opel. Вы просто прикиньте, чуваки, вот вам мысль такая. А вы прикиньте, что в Германии BMW это как у нас Лада, блядь. Типа... я сомневаюсь, что в Германии все такие, ох, блядь, давайте на солярисах кататься, блядь. Ну, а они же там дешево стоят, пиздец. Там да. По несколько тысяч баксов за всякие бимеры. Пример Сауди, да, типа, все вот это топ-3, это же немцы все. Блядь, а у нас нахуй Нива миллион стоит, блядь. А, да, прикиньте, Нива миллион. Блядь. А вы видели, а вы видели новую Ниву, ребят? Что-то Нива, бля, я не помню, какая Нива. Блядь, такое уебище, вообще пиздец. Пластмассой такой, блядь, уёбищный. Нива Трейвел, да, по-моему. Нива Трейвел она называется. Смотрите, Нива Трейвел. Новая тачка, ребят. Я вам говорю, новая, топовая. Видали, бля? Так, нахуй. Комплектации, цены. Давайте поглядим, ребята. Смотрите, блядь. Механика. 80 лошадиных сил. 1,7, блядь. Ребята. Пятиступенчатая механика, почти 800 кусков, вы представляете, за 80 сил. И вы, блядь, спрашиваете, почему люди БУ рынок, блядь, весь шарпят, блядь. Потому что новое говно ебаное может стоить 800 тысяч. Стартом. Просто старт, блядь. Погодите. Сука, я не понял. 4 марка купить за эти деньги. Мне говорят, выбор КПП, блядь. И мне сразу нахуй тут, ну, бля, выберу я вот это, допустим. Что дальше? Безопасность, экстерьер, комфорт. Блять. Окей, комфорт. Первый. Бля, какой-то кредит мне сразу предлагают. Ну вы поняли, пацаны, типа. Потому что россиянин себе не будет покупать Ниву Трейвел. Вот что я вам могу сказать. Это все пиздец какой-то. You're gonna kill it or capture it? Все, сейчас въебало прыгнет, фиксируйте. Then we're back. Блять. Я даже был готов, но все равно дернулся, как ебанат, слышишь? Сука! Плюс кто выжил после скримера. Бля, у меня такое ебало было сейчас. Пиздец, вообще забей, блять. Клипов нет, правда. Уаянду! Я че сейчас увидел, блять? Баян. Время ундерди между нами. Андеркиндерлам бим бом ден ден дер. Не понял. А чё он хочет, блядь, своим клювом таким? Уважаемый Арчик КЗ, я тебя прошу, чем больше ты мне по 100 рублей донатишь, тем меньше тенге у тебя остается на квартиру, блядь. Обрати на это внимание, пожалуйста. Еще, блядь, 5 донатов, и квартиры тебе в этом месяце не видать, блядь, я тебе так говорю. Заканчивай нахуй. Ну так, блядь, капибара не кусается, походу, блядь, она какая-то... А в чем прикол? А очко снимает ему. Он оператор. А? Да вон оператор приближен же, типа жопу палит его. Кого его?
Да вон, бля, зелененький. Так это ж не молния Маквин, это две фанатки его. Ну вон, да тот чел ей жопу, значит фоткает. Найс, блок спиздил. Так, что тут смешного, блядь, Тим Фортресс, ну-ка. Господин, это Рофл? Если это не Рофл, то я твоего деда нахуй, нахуй посадил, блядь! Я твою мать в рот ебал! Каждый раз, блядь, ору, слышишь, с этого пиздюка. Я твоего деда нахуй посадил. Это такое сочетание, блядь, смешное, нахуй. Ну вообще приколы с Team Fortress'ом говно, как сама игра, блядь, извините. Чекасти, твоя тёлка держит пасти, 20 тысяч на запястье, 20 тысяч на запястье, нужна тёлка. У меня вопрос, девочки, к вам. Девочки здесь, на месте, откройте чат, может, там каждая вторая девочка будет. У меня такой вопрос, девочкам. Нахуй как червяк изгибаться, вот вы мне скажите. Чтобы у вас жопа была больше или что? Ой. Ты держишь пасть, 20... Вот смотрите, неужели так человек может ходить по улице, вот так? 20 тысяч на запястье, 20 тысяч на запястье. Бля, меня такое бесит, блять. Прям делите жопу на два сразу. Так, что тут у нас? Это вот эти вот, что ли, которые в углу стоят, да? Блять, носки два раза в день менять, нихуя ты. Я половину вообще приколов не выкупаю, типа, это норм? Да это, блядь, это дискотека, бега, эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный дэй. Бля, ебачо вспомнили, ребят. Шейкер, шейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер. Я не знаю, в ТикТоке, блядь, часто свой плейлист встречаю, когда я там в далеком 95-м году это все слушал. Вы знали, что свиньи различают форму, цвета и с легкостью собирают детские пазлы? А этот поросенок выполняет... Так, блядь, там что-то гимн Украины подставили. Зачем так? Так. Блядь, эти приколы с Двача заебали уже нахуй. Привет из Йошкар-Олы! Здравствуйте, вам передай нашей дыре привет. Как дыру-то зовут? Кала. Ну про город же сейчас сказал. Да. Да, здравствуйте. Йошкар-Олынцы. Бля, как их называют реально? Вот Москва, москвичи, а Йошкар-Алы, это Алла, Алы, да. Йошкар-Олынцы. Ой, блядь. Ну ладно, я думаю, там никак не называется. Не, ребят, вот это вот, кто с набережных членов, вот это вот. Блядь, опять члены! Блядь, как они заебали! А как они называются, которые... Набережные членынцы. Как, блядь, я хуй знает. Набережные члены. Ну, члены, да, нормально. Ну, набережные члены. Членцы. Челнцы. Блять. Пиздец, можно голову сломать, пацаны, отойбитесь. Номер один, эй, я непобедим. Я играю на Леоне, как на Шелли без ульты. Леон так ультует и выходит без ульты. Бля, почти в бит попал. Я номер один, эй, салют вайпи. Как я ору с пиздюков, это просто пиздец какой-то. Давайте сюда поближе, будь добр. А, да. Спасибо. Круши. Ну и тело нет, тело его, типа, в оригинале было, а вот... Один в один, прям, Гвин. А горький вкус Ha ha ha!
блядь, такой дефолт. Ну не у меня, но прям реально тёлок чекаешь, они там сидят, блядь, такие типа, ой, с рулём Мерседеса какого-нибудь, блядь. Или девятки там, условно, той же. Просто единственный стример, который я смотрю на протяжении 2-3 лет, хотел посоветоваться, поделиться, увидел, что залог не вернули, решил хоть что-то скинуть. А кому? Мне? Хуй с этим залогом, блядь. Они мне написали. А чего видео, как мы выдавали вам машину, блядь, не показали? Бесит стримеры со я своей такой, жвачкой. А нахуя мне его показывать, блядь, когда меня интересует, что было после, блядь, а не выдачи. Выдачи, понятно, все было норм. Со своей жвачкой заебешься скрывать. Блядь, кексик, я просто плюсую. Такой уебищный баннер. Откройте чат. А он открыт. Заходишь к Хесусу, такая хуйня, бля, вот ебанина зеленая открывается. Там еще кому-то. Меня, блядь, так раздражает. Никогда в жизни вот такого баннера, блядь, вообще не будет, нахуй. У меня там Принглс раз 30 минут вылазит. Ты такая ебанина вообще забить. Ну там, наверное, и заносили нормально, я хуй знаю. Я отказался, не знаю, не хочу эту хуйню, блядь. Нет, там по дефолту было. Бля, это вот прям. Знаете, вот есть момент, когда, например, рекламы настолько много, что, блядь, ты не хочешь покупать эту жвачку, например. Ну вот, блядь, перебор, пиздец. Нельзя столько стримеров покупать. Бля. Возьму какой-нибудь дирол, блядь, за 15 мне, рублей. Чё? Мне Гиткорги написал как раз почему. Блядь, вот ну, этот, замуть меня. Чуть-чуть. Сейчас, погоди, замучу. Однако, скажи что-нибудь. Алло. Ну-ка, замутил. Ну так, потому что, блядь, они, все, я включил. Потому что они, блядь, то слышно, блядь. Не знаю, я у Файва до сих пор там вешу, блядь, типа, что на меня можно зарегать что-то. Come on over here. Это осужденка какая-то? Шить так смешно. Ой, блядь! Ой, блядь! Пиздец! Это вафли так прилетело? Ёбнешься, блядь. Say thank you. No! Чё? Передаю. Охуеть! Артём, пошёл нахуй! Забанен, блядь! Вова, а если Твич закроют, куда пойдёшь работать на завод? Работать на завод? Нет, ты запятую не поставил. Куда пойдёшь работать, запятая, на завод? Или ты типа, на какой завод я пойду работать, спросил, блядь? На природу отдыхать, вот. И нас повезут вот эти гости, которые к нам приехали. И получается, мама приготовила целый тазик пирожков. И гости съели почти все пирожки. А самое главное, они сказали, мы же вас скоро повезем отдыхать на природу. Отдыхать повезем вас. Там шашлыки будем есть, пиво пить будем. Я хуй знает, на какой завод я пойду. Наверное, то, что в Люберцах, блядь, бетонный. Мы останемся у вас ночевать. И я чуть не обалдел. А у нас в холодильнике и колбаса, и сосиски, и творог. Они что, все съедят? Я быстренько побежал, под одеяло лег, чтобы они не заметили. Потому что если заметят в гости то, что я взял пирожки, они скажут, а там есть еще пирожок? А я скажу, там нету пирожков, просто гости съели. Хули такой смешной диалог, блядь. Я бы за таким в Инстаграме наблюдал, блядь. Пирожки осталось только 3. А они скажут, а у тебя вот 3 пирожка, ты нас угости. Так что я аккуратненько добежал до кровати. Сейчас буду под одеялом есть пирожки с грибной икрой. С какой грибной икрой? Такой есть?